Гваделупе. Но что же случилось? Ты что, мне не расскажешь? Я же тебе говорила, Сира. Гваделупа вернулась очень поздно, на рассвете. Она упала в обморок. Но почему? А ее муж? Почему он с ней не приехал? Не знаю. Никто не знает. Бедняжка ничего не сказала. Она только и делает, что плачет, плачет. Значит, это хромоножка. Я слышала ночью шум, но я ни за что на свете не вышла бы из своей комнаты. А если бы это оказалось привидение? Опять ты за свое. Чего ты хочешь? Я испугалась. Просто ты не видела их столько, сколько я. Значит, это была хромоножка. Виолетта, ты ее видела? Как Гваделупе? Она спит, с ней доктор Инфанте. Но сеньор Антонио спустился в библиотеку и попросил кофе. Я ему отнесу. Как хорошо проявили себя Инфанте. Они любят Гваделупе более, чем ее родные. В этом доме бедная девушка получала только оскорбления и упреки от людей, которые на самом деле являются ее родственниками. Чего же ты хотела? По-твоему, эта хромая доставила им мало проблем? Со своим лицом Тихони она стала единственной наследницей. Не знаю, зачем оно ей все это. Она так глупа, что превратит этот дом в проходной двор. Алло? Мадам, как поживаете? Когда мы вас увидим? Очень скоро. Надеюсь, вы выполнили все мои рекомендации. Мне бы не хотелось прийти в свой дом и увидеть, что ты ничего не выполнила из того, о чем я тебя просила, Сира. Конечно, мадам. Я выполнила все ваши указания в точности. Прекрасно. Скажи, молодожены уже встали? Как это какие молодожены? Моя дочь и ее муж. Мадам, неужели вы не знаете? Сеньора Гваделупе приехала вчера ночью, но о муже мы ничего не знаем. Как не знаете? Но что же случилось? Мадам, честно говоря, я не знаю. Я спала. Но мне говорят, что ее приезд вызвал большую беготню, потому что... Ну-ка, дай сюда. Каталина, как дела? С вами говорит Эдельмира. Нет, не волнуйтесь. С Гваделупой все в порядке. Мы пока не знаем, что произошло. Но было бы неплохо, если бы вы к нам заехали. Да-да, как можно скорее. Приезжайте сейчас же. Но как же так? Прошло столько времени, а мы ничего не знаем. Я не могу заснуть. У меня в голове тысячи предположений. Почему она приехала одна? Почему появилась ночью? Почему с ней случился обморок? И особенно меня интересует, что же произошло с Альфредо. Может быть, он расстался с Гваделупе? Вдруг он ее бросил? Вдруг она стала ему не нужна? Какое тебе до этого дело, Диана? Папа, мои чувства к Альфредо ни для кого не секрет. Ты не должна любить никого, кроме своего мужа. Ты замужем. Я разведусь с Рудольфо. Пока ты этого не сделала, хотя бы во имя морали. Не обманывай его. Сделай это хотя бы ради себя самой. А что я сделала? Ты думаешь об Альфредо, будучи женой Рудольфо. Ну разве думать? Это преступление? Приличная женщина не может изменять мужу даже в мыслях. Я тебя предупредил. Папа, я не люблю Рудольфо.
Тебе должно быть стыдно сознаваться в этом. Потому что это доказывает, что ты вышла замуж только ради его миллионов. Миллионы? У Рудольфа нет ни цента. Значит, ты сделала это из самолюбия, из отчаяния. Или ради его фамилии. Вы, женщины, покупаете себе мужчину или продаетесь ему за то, что вам больше всего нужно. Предупреждаю, не беспокойте эту девушку. Оставьте ее в покое, пока ей не станет лучше. А я пока постараюсь найти Альфредо. Он должен быть в своей квартире или на работе. Я не буду его дожидаться. Мне не терпится узнать. Я должна выяснить, что происходит. Подружка, что с тобой на этот раз? Ты всегда находишь отговорки, чтобы не ходить в тренажерный зал. Давай сходим. Эстер тоже пойдет? Немного разомнемся и немного сбросим вес, не прибегая к этим изнуряющим диетам. Я не на диете. Счастливая? А я да. Мне приходится идти на бесчисленные жертвы, чтобы вернуть своего мужа. Диеты, упражнения. Но хуже всего, что мне приходится забывать о гордости, чтобы не оскорблять его. Я терплю, как он изменяет мне с другой. Но ничего. Я с ним еще посчитаюсь. Послушай, а что с тобой? Что случилось? Знаешь, я не спала почти всю ночь. Почему? Антонио и Алехандро срочно пришлось поехать домой к Луизе. Они уехали среди ночи. И до сих пор не вернулись. Что-то случилось? Дело в том, что вернулась Гваделупе. И, похоже, она в ужасном состоянии. Неужели они попали в автокатастрофу? Нет, нет. Я почти ничего не знаю. Мне известно только, что она вернулась одна. Кажется, она в шоке. Но почему? Гваделупа не сказала, она не объяснила. Алехандро сказал, что она очень взволнована. Когда ее спросили, она разрыдалась. Он решил, что ей лучше отдохнуть, успокоиться. Полагаю, он дал ей снотворное, чтобы она заснула. А муж? Что-нибудь слышно об Альфредо Робинсоне? Нет. Антонио ждет, пока Гваделупа немного успокоится, чтобы после все выяснить. Она проснулась, но ей плохо. Она ужасно нервничает. Я хочу с ней поговорить. Нет, папа, тебе лучше подождать. Но это опасно? Нет, это нервный шок. Должна быть, случилась серьезная неприятность, раз она в таком состоянии и так нервничает. Нет, к счастью, у нее все хорошо. Я ее осмотрел, в физическом плане все нормально. Уже поздно, мне надо в больницу. Я позвоню туда, вдруг мне удастся найти замену на сегодняшнее дежурство. Виолетта. Как моя девочка? Что с ней? Где она? Сеньор Антонио. Каталина. Что случилось с моим голубком? Точно мы пока не знаем, но не волнуйтесь. С ней все в порядке, мой сын ее осматривает. Я все уладил, папа. Послушай, это приемная мать Гваделупа, а это мой сын. Сеньора, как дела? Очень приятно. Что с ней, доктор? Что случилось на самом деле? Сеньора Каталина, успокойтесь. У нее ничего страшного. Это всего лишь обморок. Я должна ее увидеть. Идемте со мной, сеньор, я вас провожу. Извините. Да-да, идите. Альфредо. 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 Она не спит? Нет. Но она все время плачет.
Кат. Лупа, любимая. Что с тобой, сердечко мое? Любимая моя, радость моя. Ты не представляешь, как я испугалась. Я звонила, чтобы узнать о тебе. Потому что когда мы вернулись домой вчера вечером, то нашли твой чемодан на пороге. Да, я была там. Я совершенно отчаялась, Ката. Отчаялась. Нет, мой персик, не плачь. И расскажи мне. Расскажи своей мамочке, почему ты в таком состоянии. Что случилось? Где твой муж? Альфред возил меня в прекрасный домик. Все эти дни мы провели там. Он сказал, что это домик его родственника. Но я не знаю, Ката. Я не знаю, что правда, а что ложь. Я не знаю. Но Лупе. Мы были очень счастливы, Ката. Мы были словно на небе. Даже в своих фантазиях я не могла такого представить. Это было так прекрасно. Он был со мной таким нежным. И страстным. Мы гуляли. Вместе собирали цветы. Мы занимались любовью. Где угодно. И когда угодно. И вдруг все кончилось. Почему, любимая? Почему? Не знаю, Кат. Туда приехала какая-то женщина. Это была тетя Альфредо. Она смотрела на меня с ненавистью. Кажется, я не понравилась ей. Она хотела поговорить с Альфредо. И он попросил меня выйти. Я не знала, что происходит. Продолжай, мое сердечко, продолжай. Теперь я понимаю, то, что случилось позже, связано с ее появлением. Что именно? Когда она уехала, Альфредо стал совсем другим. Он изменил ко мне отношение. Сказал, что мы должны возвращаться. С этого момента все переменилось. Альфредо стал другим. Нет. В ту ночь мы еще любили друг друга. Он любил меня, как никогда прежде. Отчаянно. Он любил меня неистово. Словно в последний раз. И это был наш последний раз. Кат, вчера мы вернулись. Он молчал, ни единого слова за всю дорогу. Когда мы приехали, он отвез меня в большой, роскошный дом. Он сказал, что это его дом. И тогда... Что? Скажи, Лупе, говори, любовь моя, что? Он крикнул, что женился на мне из мести. Кат, что? Из мести. Из мести к моему отцу.
чтобы уничтожить всех Самбрану. Альфредо хочет уничтожить всех Самбрану. Всех, до единого. Почему? Почему Альфредо хочет нас уничтожить? Расскажи мне, Лука, почему? Ответь мне. Оставь ее. А вы молчите. Отвечай, Гваделупе. Почему Альфредо Робинсон хочет причинить нам вред? Он хочет отомстить? Да, он сказал ужасные вещи о вас. Что ты говоришь? Да. Поэтому он хотел наказать вас. Поэтому сблизился с вами. Поэтому влюбил в себя Диану. А потом бросил ее. Не может быть. Я не понимаю. Поэтому он и женился на мне. Чтобы сломать мне жизнь. Знаете почему? Знаете? Только потому, что я Самбрано. Потому что я дочь человека, которого он так ненавидит. Потому что я... Я наследница. Успокойся, Лупа, успокойся. И расскажи мне, о чем таком ужасном он тебе рассказал? Ну же. Оставь ее. Не трогай ее. Оставь ее в покое. Неужели ты не видишь, что она умирает от горя? Гваделупа, я должна знать. Я имею право знать. Расскажи мне. Ты не имеешь никаких прав. Уходи отсюда. Уходи. Отпустите меня. Отпустите. Отпустите меня. Уходи отсюда. Альфредо меня ненавидит, Ката. Он меня ненавидит. Альфредо меня ненавидит. Не плачь, девочка моя, успокойся. Голубка моя, не плачь. Успокойся. О встрече для Марикузы я договорился. Вот адрес и часы приема. И постарайтесь привезти Кузиту вовремя. Да, не волнуйся, это недалеко. Очень важно, чтобы она туда съездила. Этот человек мог бы ей очень помочь. Дай бог. Потому что день ото дня кошмары мучают ее все больше. Вместо того, чтобы забыть, Кузита все больше страдает. Да. Видимо, ей нанесли тяжелую травму, от которой она не может оправиться. В первый раз я согласна с Чео. Я бы тоже хотела встретить этого человека. Знать, кто он. Я могла бы убить его. Насилие порождает только насилие, тетя. Это стало бы цепью ненависти и зла. А мы должны стремиться к прощению. Прощение? А у меня внутри только горечь от сознания, что виновник этой трагедии. Человек, в котором причина этого горя и позора. Никто иной, как Альфредо. А он уехал спокойный, даже не подозревая, на какие страдания обрек нас. Тетя Геда, ты ослеплена. Альфредо не виноват в том, что случилось с моей сестрой. Сколько раз тебе это повторять? Он не пробуждал в Марикузе таких чувств. Да, это вы так говорите. Но он человек без совести. Здравствуйте. Я Карлос Мальдонадо, дядя Гваделупе, жены Альфредо. Я пришел к нему. Он уже не живет здесь? Он уехал в свадебное путешествие? Женился и уехал? Да, но он уже вернулся. Мне надо узнать, где он. Простите, сеньор, неужели что-то случилось? Это семейные проблемы. Вчера ночью Гваделупе вернулась домой одна. В ужасном состоянии. Мы хотим узнать, что у них произошло. Хорошо. В таком случае я дам вам адрес. Проходите. Спасибо. Извините.
Войдите. Что с вами, сеньора Диана? Что случилось? Я могу вам помочь? Нет. Никто не может мне помочь. Его любовь — это ложь. Альфреда никого не может любить. Но не плачьте из-за него. Он этого не стоит. Посмотрите, что с сеньорой Гваделупе. Должно быть, он сделал ей что-то очень плохое, раз она в таком состоянии. Ее он тоже не любил. Он обманул нас обеих. И все из-за этой глупой мести. Месть? Но почему? О чем вы говорите? Он хотел нам зла. Он негодяй. Он играл с нами, с нашими чувствами. И все из-за мамы. Из-за нее. По ее вине он вошел в этот дом. Здравствуй, Луиза. Здравствуй. Как Гваделупе? Уже проснулась? Да, она с этой женщиной, которая ее вырастила. Извините, я пойду к ней. Я тоже. Нет. Антонио, нет. Останься, пожалуйста. Кто на самом деле? Альфредо Робинсон. Почему ты меня спрашиваешь? Гваделупе рассказала о какой-то мести. Она сказала, он сблизился с нами, чтобы отомстить. Отомстить за зло, которое мы причинили его семье. И ты не подозреваешь, кто он? Неужели? Именно так. Убийство семьи Мендоса. Там погиб человек, который носил фамилию Робинсон. Я не знаю, в каком они родстве, но без сомнения, Альфредо мстит за семью Мендоса. Ну что с тобой? Честно говоря, в последнее время вы с Титаном очень странные. Что происходит? Вы поссорились? Не в этом дело, Чена. Хотя иногда мне кажется, что твой брат меня больше не любит. Нет, почему ты так говоришь? Я знаю, почему я это говорю. Есть вещи, в которых женщины не ошибаются. Но что случилось? Ты что, видела его с другой? Нет, но... Маги, рассказывай все. Ты меня заинтриговала. Что у тебя с моим братом? В чем проблемы? Потому что должно было произойти что-то очень серьезное, чтобы Титан стал таким ответственным. Он все время торчит дома. У него страшная апатия. Если дело не в другой женщине, то я не представляю себе причины. Чена, я расскажу тебе... Но, пожалуйста, поклянись, что ты никому не будешь говорить. Конечно, клянусь тебе. Ну, говори. Титан не хочет быть со мной. Но, понимаешь, в близких отношениях. Мой брат не хочет? Именно так. Когда мы с ним одни, и наступает момент, понимаешь, он нервничает и говорит, что нет, что он не может. Понимаешь? Не верю. Насколько я знаю, у моего брата совсем другая слава. Да, я знаю. И некоторое время назад у нас с ним не было в этом никаких проблем. Но я не знаю, что и думать. Я подумала, что ему разонравилось, что он разлюбил меня. Но совсем недавно он сделал мне предложение. Что? Титан говорил с тобой о свадьбе? Нет, он определенно сошел с ума. Хуже всего, что он поставил мне условия. Он женится на мне, и мы уедем жить в Чикаго. Он вбил себе в голову, что хочет учиться в американском университете. Нет, я даже похолодела. Ведь мой брат меньше всего думает об учебе. Как видишь? Поэтому я и говорю, что-то происходит. И страшно подумать, что это может быть. И все-таки, что ты надумала? Как ты считаешь?
У Титана какая-то болезнь. Маги. Поэтому он не хочет быть со мной. Он боится меня заразить. И избегает меня, говоря, что не может. Боже мой. А если ты действительно права? Представь, что будет со стариками, когда они об этом узнают. Хотя, вполне возможно, мама уже знает. Вчера она показалась мне очень расстроенной. Она не захотела сказать мне, в чем дело. Да. Возможно, мама уже знает. Конечно, я все знаю. Рита достала мне адрес женщины Серхио. Больше того, я почти решилась туда пойти, чтобы застать его с ней и устроить им скандал. Но Анжела убедила меня этого не делать. Поэтому мне приходится разряжать свою энергию здесь, чтобы не взорвать их обоих. Пожалуйста, успокойся, не стоит так расстраиваться. Знаешь, что я тебе скажу? На твоем месте я бы к ней сходила. Больше того, если хочешь, я тебя провожу. Послушай, когда дух, с которым работает Рита, что-то говорит, он никогда не ошибается. Успеваете поболтать, похоже, нагрузка, которую я вам дал, недостаточно. Ну еще 5 серий вместо 3. Франк, я уже давно здесь не была и совершенно не в форме. Именно поэтому. Что с тобой случилось? Я так давно тебя не видел. Неужели мы плохо к тебе относимся? Нет, конечно, нет. Сейчас я скажу своим помощникам, чтобы они принесли вам новые майки. Возможно, тогда я буду видеть тебя почаще, и мы сможем поболтать. Хорошо. Вот здорово. С вашего позволения. Спасибо. Ты видела? Этот тип без ума от тебя. Так смотрел на тебя. Оставь свои шутки, Эстер, перестань. Я замужняя женщина. Я люблю своего мужа. Нет, ты не виновата. Привет, девочки. Как дела? Это вам прислал Франк. Спасибо. По-моему, здесь по 2 майки для каждой, хорошо? Спасибо. Какая красивая. Спасибо, он так любезен. Хорошая нагрузка. Честно говоря, теперь я буду приходить почаще, чтобы ко мне всегда относились с таким вниманием. Здесь ко всем хорошо относятся. Спасибо. Извините, я на секунду. В чем дело? Послушай, только что звонила Качита. Что случилось? Она говорит, что Лупа вернулась домой. Она в ужасном состоянии. Что случилось? Что с ней? Не знаю, она ничего мне не сказала. В следующий раз будешь спрашивать. Я знаю только одно, она очень обеспокоена. Ладно, я сейчас позвоню Качите. Идем. Надо узнать, что происходит. Алисия, ты слышала, что они сейчас говорили? Про какую-то Гваделупу и ее проблемы. Подружка, это не та Гваделупа Самбрано, новоявленная миллионерша. Послушай, возможно, это совпадение, но на самом деле у этой Гваделупы большие проблемы с человеком, за которого она вышла замуж. Да? Страшный сон. Боже мой. Боже мой. Я хочу проснуться. И чтобы это не было правдой. Пусть это будет неправдой. Послушай меня, Лупа. Ты не можешь не признавать действительность. Не пытайся обманывать сама себя. Будет только хуже. Это ужасно, Алехандро, ужасно. Я этого не вынесу. Ты должна быть сильной, любовь моя. Нет, нет, я не смогу, Алехандро, я не смогу. Я хочу умереть. Я хочу умереть. Ну же, Каталина, вы-то хоть не отчаивайтесь. Вы ей как мать. Ну же, поговорите с ней. Ну что я могу ей сказать? В такие минуты вы, женщины, лучше знаете, что делать. Не то, что мы, мужчины. Поговорите с ней. Ну же. Конечно, я понимаю, что с ней сейчас творится. Вы даже представить не можете, что значит для Лупы эта любовь. Это первая любовь в ее жизни, ее единственная любовь. И это ее убьет. Нет, нет. Каталина, выслушайте меня. Мы не можем позволить, чтобы эта боль сломила ее. Это невозможно. Мы должны спасти ее от нее самой. Ну же, подойдите к ней, Каталина.
Поговорите с ней. Идите. Лупа, любовь моя. Ката, ты должна это выдержать. Неужели ты не понимаешь, Каталина? Я думала, что Альфредо меня любит. Я столько мечтала. Я была так счастлива. Да-да, я знаю. Но что поделаешь, мой цветочек? Иногда жизнь бьет нас, но человек не должен сдаваться. Я так несчастна. Я все потеряла. Все, все. Альфредо больше не мой. Он не для меня. Любовь моя, совсем недавно ты жила без него. Но теперь, когда я узнала его, я не смогу. Именно этого он и хотел. Он мне сказал, что специально добился моей любви, чтобы потом бросить. Чтобы я не смогла жить без него. Вот именно поэтому. Ты знаешь теперь о его плохих намерениях. Не доставляй ему удовольствия. Не надо, Лупе. Нет, я не смогу жить без него. Я не смогу без него. Ради бога, Лупе, приди в себя. У тебя столько людей, которые тебя любят. Ты не можешь так поступить с нами. Неужели ты не видишь, как страдаю я? Мне жаль, Ката. Прости меня. Но Альфредо... Альфредо стал для меня всем. Никто не сможет заполнить эту пустоту. Никакая любовь. Нет. Никто, Кат. Никто. Альфредо добился всего, чего хотел. Он этого добился. Подлец. Это Харри мне рассказал. Он узнал, что американский гражданин по фамилии Робинсон умер в тот же день, когда убили семью Мендоса. Фамилия Робинсон довольно редкая, тем более в Мексике. Явно Альфредо каким-то образом связан с семьей Мендоса. Но кто он? Кто он на самом деле? Он не может быть Мендоса. Он не мог быть там. Рамон сказал мне, что погибли все. Все, кроме одного. Тебе же звонили и угрожали. Да, но это был женский голос. Эта женщина и Альфредо как-то связаны между собой. Мы должны узнать. Узнать, кто они. Мы должны узнать, но как это сделать? Не знаю. Я тоже не знаю. Я опять звонил на квартиру Альфредо, но телефон отключен. Ты нашел его? Нет, но там, где он жил раньше, мне дали адрес. Возможно, он живет там. Где Карлос? Какой адрес? Где это? Твоя машина готова, Чена. Неполадки были ерундовые. А ты? Как ты себя чувствуешь? А почему ты спросила? Не знаю. В последнее время ты такой странный. Честно говоря, я за тебя волнуюсь. Ты никуда не ходишь, не развлекаешься. Ты изменился, Титан, и так неожиданно.
Мне кажется, с тобой что-то происходит. Чена, не будь как наша мать. Ты от нее заразилась. Уверен, ты уже разговаривала обо мне с мамой. Нет, не с мамой. С Маги. И что она сказала? Немного. Что ты собираешься жениться? Или ты сумасшедший, или серьезно болен, чтобы думать о таких серьезных вещах? А почему нет? Человеку пора остепениться, получить профессию, так? В Чикаго? А что? Не обязательно ехать так далеко. Чем дальше, тем лучше. Мне нужно уехать отсюда, чтобы все забыть. Что забыть? Что с тобой происходит, Титан? Ничего, сестренка. Послушай, Титан, будь со мной откровенен. Я твоя сестра. Мы всегда были вместе. Мы все друг другу рассказывали, доверяли. Чена, со мной ничего не происходит. Нет, происходит. Я знаю, потому что Маги рассказала мне, что ты не хочешь близости с ней. В последний момент ты теряешь желание и говоришь, что не хочешь. И это она тоже рассказала. Послушай, Титан, у тебя была другая женщина в последнее время. Ты предохранялся? Что случилось? Вы опять ссоритесь? Нет, отец, ты ее обижаешь, да нет же. Да нет же, папа. Нет, папа. Просто Титан не балует меня так, как ты. А где мама? Ее нет. Она пошла в тренажерный зал и просила передать тебе, чтобы ты позвонил домой к Самбрано, потому что Гваделупа вернулась. Бедная сеньора Гваделупа ужасно переживает. И ее сестра тоже. Сеньора Диана безутешна. Сеньора Диана? А она-то из-за чего? Сира. Что случилось с сеньорой Дианой? Похоже, поступок сеньора Альфреду сильно ее обидел. Ведь он влюбил в себя обеих только для того, чтобы отомстить их семье. Диана еще легко отделалась. Она ведь не вышла за него замуж. Да, конечно. Но бедная сеньора Гваделупа совершенно разбита. Только ей могло прийти в голову, что сеньор Альфредо мог в нее влюбиться. В эту серую, невзрачную... хромоножку. Хватит, Сира. Неужели ты никогда не замолчишь? Пойми, это никак не связано с тем, что произошло. Похоже, этот адвокат Робинсон ненормальный. Он сблизился с девушками, чтобы причинить им страдания. Да, похоже. Он мстит женщинам этого дома. Как я только спаслась. Конечно. Мы, служанки, живем в этом доме. Мы почти как одна семья. Пресвятая Дева. Приличная женщина никогда не чувствует себя в безопасности. Смотри, Джонни, Рамон. А теперь сеньор Альфредо. Какой опасности я подвергалась? Да. Но, думаю, ты последняя в его списке. Почему? Он вам что-нибудь говорил? Нет. Но такую женщину, как ты, очень трудно не заметить, Сира. Поимейте уважение, Генри. Может быть, я и бедна, но я честная. А где мама? Вы ее не видели? Ваша мама и отец ушли. Похоже, у них было срочное дело. Мы можем поговорить? Проходите. В чем дело? Мы все проанализировали. И я пришла к выводу, что вы, к несчастью, связаны с одним печальным событием, которое произошло очень давно. Да? Вы действительно считаете его печальным, Луиза? Да, да, потому что тогда погибла одна невинная семья, которая стала жертвой непомерных амбиций одного человека. Человека, который без зазрения совести дошел до крайности, лишь бы получить больше власти и больше денег.
Этот человек был моим братом Эзекиэлем. Я точно не знаю, кто вы такой, но мне известно, что вы сблизились с нами с одной целью, чтобы отомстить. Кого вы хотели уничтожить? Эзекиэль уже умер. Его дочь? Вы ее уже наказали? Давайте забудем и начнем все заново. Сейчас это только в ваших руках. Все. И тем не менее я хочу предложить вам договор. Давайте договоримся. Вы и я.